приехали, наконец, в угодье. Началась охотничья суета, разговаривали с ребятами, разными охотниками, говорят, гусь есть, но некоторые приехали без добычи. Сейчас все в раздумьях, что делать, разведки не было, но будем пробовать. Наши подсадные гуси, печать на ткани, очень удобные, хорошо складываются и не замерзают, в общем-то, долго работают, хорошая вещь. Окопы с этой стороны, ветер дует отсюда. Гусь всегда заходит на ветер, поэтому ставим профиля за окопами, для того, чтобы они садились прямо нам на голову. Профиля двух типов. Сторожевики, так называемые, которые с головой вверх. И второй тип – это кормящиеся, у которых голова вниз наклонена. То есть, в общем, их должно быть около 10 на человека. Это так называемый махокрыл, одна из самых успешных, кстати, моделей. И обратите внимание на расцветку камуфляжа куртки Бандит на алмазе, насколько она полностью сливается с окружающей средой, делая алмаза невидимым. То есть, действительно, Бандит в этот раз показал себя с наилучшей стороны, как и обычно. Диспозиция готова. Такой вот вкладыш в окоп, очень полезная штука, когда дождь идет, немножко капает. Вот так три наших окопа. Ждем гусей оттуда, полуавтомат, патроны, водичка, в общем, все готово. Гуси. Тревожное ожидание начала охоты. Будем пробовать сегодня без разведки в старых окопах, потому что ветер хорошо дует, гусь хорошо мотается. Первый налет состоялся, очень дружно мы отработали, из стаи четырех выбили, кажется, мне тоже повезло попасть, вот, четыре гуся у нас уже есть. Обязательно в процессе охоты необходимо переворачивать и собирать гусей, потому что если они пузом кверху, то другие гуси реагируют на это и отворачивают. Поэтому как только небольшая пауза есть, нужно бегом собирать их. Гусей традиционно укладывают рядом с подставными для массовки. Вот у нас махокрылы упали ветром из дома, тоже их нужно обязательно подвесить.
Закончилась наша коллективная охота на гуся, вечерка. Ну, хороший результат, я считаю. Там еще несколько штук впереди лежит, далеко видно. Мы их много наблюдаем. Сейчас подъедем, на машине заберем. Вот, в общем, попали в хорошую погоду. И, в общем-то, погода, наверное, один из важных, самых важных факторов в охоте на гуся. Потому что сильный ветер придавливает его. Вот, и если правильно нашел место, вот мы, допустим, охотились сегодня в старых окопах. Обычно такая охота неэффективна, но нам повезло. Мы попали на пролетную трассу, и благодаря нашим подсадным все получилось. День заканчивается, собираем подранков. Одного нашли, сейчас еще один, и поедем на базу. Позиции мы уже затемно, вот наши гуси. Утро просто бешеное, очень хорошая охота, очень крутая, наверное, одна из лучших. Вот. Мы успеваем, так сказать, заряжать патроны. В отношении номеров в дроби много существует разных мнений. Я вот предпочитаю все-таки выбирать покрупнее, в соответствии с размером, массой этой птицы. Вот. Я обычно стреляю единичкой и нулем. Первым заряжаю единичку, потом в конце уже ноль. Естественно, только контейнер. Бывают условия, когда можно использовать бесконтейнерные патроны, но это погода, в общем, начало сезона, в общем, какие-то особые условия. Ну, нам, алматинцам, приезжающим на один день, конечно, лучше не рисковать. Вот. Но вот местные ребята из Астаны, Акмолинской области, они все, как правило, охотятся тройкой на гуся. Сейчас в Астане самый сезон гуся, фактически конец октября, это время, когда он начинает мигрировать на юг. Получается, что прилетает он сюда в сентябре, чуть позже иногда, вот, и фактически месяц-полтора здесь на полях отъедается пшеницей, поэтому кондиционность и вкусовые качества сейчас самые лучшие.